Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все. Меня зовут Ведьмак. Вы смотрите прохождение игры Cradle, то бишь Колыбель. Новые адвенчуры в странном мире будущего, где все очень плохо, потому что все очень плохо на самом деле. Вот. Мы в предыдущей серии принесли девушке модуль дыхания, в роботу вот этому. Она может дышать, ей стало чуть получше жить. Вот. Она нам рассказала новую историю об этом мире, о том, что сообщество вот этих вот механических людей, которые перенесли из живых тел свои нейрокопии в роботов, оно распалось на две части. Те, у кого было ДНК получше, так называемые красивые люди, они вырабатывали больше сладкого пасе, вот, вещества, которые позволяли уничтожать вирус, делающий людей бесплодными. Вот. И некрасивые люди, которые выделяли, наоборот, больше горького пасе, и из-за этого часто взрывались и распространяли вокруг себя диспертоксин, собственно, с которого начинается эпидемия вот этого вируса бесплодности. Поэтому, в общем-то, некрасивые люди стали обузы для общества красивых людей, естественно, пытались как-то все это решить и решили усыплять некрасивых добровольно. Типа, мы вас отключим, ну, вы же все равно роботы, мы вас отключим, вот этот чип на некоторое время, и вам будет норм. Там, как только уничтожим вирус, мы вас оживим. Вот. Но разговор прервал вот этот вот трамвай советский, офигенный, я считаю, вообще просто. Это гений инженерной мысли сотворил это. Привет, дедуля. 32 у тебя написано на груди. Почему? Ну, где пропал? Слушай, узнал я, сколько они дают. Платят хорошо, даже очень. Завтра пойду. Процедура простая. Не больно, не вредно почти. У тебя мозги портятся немного, а их пациент поправляется. Ну и ладно, буду так подрабатывать. Может, и цветы собирать больше не придется. Но это в планах только. Пока на фитокопии спрос, будем продавать. У меня для тебя заказ. Запоминай. Две красных, не меньше 70. Одна оранжевая... Припец, собрался своими мозгами. Ну, вот реально, вот мир, в котором переплетено вроде как и хорошее, и плохое, и больше на самом деле плохого, попахивает таким вот классическим киберпанком, где в мире будущего царят высокие технологии, но при этом людям живется очень плохо, большинству. Вот, ну какой-то дедушка прилетел, с которым мы, видимо, были знакомы, но теперь у нас память отшибла, и приходится... Извините, я ничего не понимаю. Как вас зовут? Видишь, у меня времени нет торчать тут. Ты что, табаху задерживаешь? Меня с работы уволят. Не хочу я опять на 20 дней в месяц выключаться. Табаха, я потерял память. Что за фитокопии? Если ты шутишь, то это дурость какая-то. Объясни, что такое фитокопии. Почему мы их продаем? Ну что за чушь, почему продаем? Потому что покупают. HQ продукция ценится. Кто-то красивый копию своей ДНК лицензирует и продает. Потом из нее всякое делают андроидов, вазы всякие для цветов. Вон у тебя на столе такая сидит. А мы с тобой цветы оцифровываем, запекаем их в фитокопии и продаем. Понял? Люди любят, чтобы на табло было большое число. Они ценят все красивое. Почему бы тебе самому не собрать цветы? Издеваешься? Ни одного раза хватило. У меня с тех пор с головой не все в порядке. Это же ты у нас странный, под самым ограждением бродишь, и ничего тебе не делается. А я старый несчастный аутсайдер. От меня пользы мало. Хотя, я же красивых буду лечить. Полезный все-таки. Аутсайдер, значит, то есть у него маленький... А ну, видите, у него 32 всего. HQ. То есть ты, по идее, ходячая бомба, да? Глаза там такие моргают, у него лук-скрин. Нацепил себе красный нос, бороду, изображает дедушку. Но он, видимо, старый сам по себе. Ой, ладно. А чего ты лечить ты их будешь? От чего ты их будешь лечить? Я же тебе говорил. У них эмоции пропали куда-то. Ходят, глазами моргают. Так вот их и лечат сейчас. Нужны доноры. Доноры чего? Ну чего? Иммунитета. Элита, видишь, как оказалось, панику тяжелее переносит. В голове у них что-то там выгорает.
Вот и получилось эмоциональное выгорание у всех красивых. Теперь им иммунитет к панике нужно вернуть. Но его ж у кого-то взять надо. А кто у нас панику легче переносит? У кого взять? Не знаю. У некрасивых? Правильно. Но некрасивых-то почти всех усыпили. Теперь будет. Ладно, Табаха, что нужно? Нарвать цветов? Да не нарвать цветов. Если ты снова чего попало нарвешь в ноздри и к себе засунь потом. Кому я их продам? Нужны самые красивые цветы. Я в вопросах эстетики не очень. Ты странный сегодня. Берешь генометр, идешь к цветам и замеряешь их красоту. Нужно две красные герберы с HQ не ниже 70. Не ниже. Одна оранжевая не ниже 80, и одна желтая не ниже 90. Замеряй только полностью раскрывшиеся цветы, а то фитокопер снова зажует. Опять чистить его неохота. Целься в центр цветка, иначе он захлопнется раньше, чем ты его измеришь. Когда соберешь, оцифруй их на фитокопере. Потом все упакуй. Во что упаковать? Да как всегда. В коробку из-под обложек. Хорошо, мне несложно. Я вернусь через 3 часа. Чего хочешь заработать? Еды тебе привезти? Мне нужны объективы для женского М-тела. Этой в Азии объективы не помогут. Когда дед твой покойный ее в Баенхангоре покупал, она уже тогда толком не работала. Ясно, очень старая, значит. Пиратская. Брось, пусть стоит тебе, пылится. Привези мне объективы, Табаха. Ладно, я привезу. Ну, знаешь, ты тут с ума сходишь потихоньку. Переехал бы в город. Обязательно. Только у меня к тебе еще один вопрос. Валяй. Что это за число у тебя на груди? Что оно означает? Как смешно. Пошутил так пошутил. Так, все, я поехал. Дел куча. Еще и погода эта холодная, зябкая. Купи себе шапку. Меховые, знаешь, есть такие теплые шапки? Разговор странный получился. Эх, мне бы этот трамвай. Я думал, это у него пушка, это просто сцепка. Такой. Слушай, я хочу твой трамвай. Отдай мне его, а. И сам иди цветы собирай. Полетел. Офигеть. Обожаю такие штуки. Ладно, пойдем собирать цветы. Блин, что ты вечно лезешь-то ко мне, Стим? Кто тебя просит? Так, ну я видел все, что нужно здесь. А, где-то тут был агрегатина вот этого, вот измеритель, я так понимаю. Качество HQ. Вот это, вот, так понимаю, обложка. Я ее, видимо, не смогу взять. Вот, а это фитокопер, но в него пока мы ничего засунуть не можем. Фонарь, не знаю, давайте возьмем, может пригодится. И зажигалку. Сколько у меня места? 4. 4 места осталось под цветы. Так, ну я пойду, ты тут сильно не скучай. Ага. Только куда? Давайте у камня замерим. С моей если. О, я могу что-нибудь внутри для проверки замерить. Тебя вот, например. Нет, не применяется. Хуже мне это. Блин, я думал, она опять провалилась сквозь текстуру. В этой игре, если ты что-то к чему-то применить не можешь, он просто тупо бросает на пол. И все, говорит, мне пофигу. Так, ну ладно. Хотел проверить, не получится, видимо. Так, ну цветы я видел возле павильона как раз-таки. Разного цвета. Так, нам нужно 2 фиолетовые, да? Ой, фиолетовые, говорю, красные. Одну оранжевую, одну желтую.
Красный ниже 70, оранжевый ниже 80 и желтый ниже 90. А интересно, максимум есть вообще вот этот вот? Ну, он цветов дофига, да? Число на груди – это личный наследственный коэффициент. Наследственный коэффициент называется. У каждого человека. У тебя он тоже есть. Он обозначает степень чистоты твоей ДНК, то есть показывает, насколько ты ценен для общества. Круто. Где там моя измерелка? Цветок не подходит, бутон не полностью... Да ладно. Он полностью открыт. А который открыт тогда полностью, я не очень понимаю. Плоские, да, наверное, да? Шестьдесят три. Не подходит. Так, что за музон попер? Нас никто не нападает, надеюсь. 95? Я собрал ее, что ли? Ничего не понял. Это очень странно все работает. Что-то это странно, почему они закрываются, эти цветы? Ай. А, подожди, может быть, на них посветить надо фонарем? Где там эти? А ну, открывайся! Нет. Тогда я ничего не понимаю. В этой игре. Они закрываются. То ли лыжи не едут, то ли я. А, может, надо не давать ей закрыться, что ли, или чего? Да я ничего не понимаю! Вроде как он показывает много. Да блять, что ты роняешь-то их как мудак. Ой, беда с этой игрой. Она не слишком-то. Странно, короче. Да как так-то? А, все, я понял. То есть надо постоянно светить центр, тогда только это работает. А если не светить центр, то он закрывается. Восемьдесят три. Пойдет. Ой. Все методом научного тыка. 88. Пойдет. Так, теперь оранжевую давай. Ну, цветов здесь много, конечно. Что они какие-то все недораскрывшиеся? Вот ты вот, например. Так, ты должна быть не ниже 80, да? Одиннадцать. Мутантка! Восемьдесят девять. Пойдет. И осталось желтую найти ниже 90. Это, чувствую, будет проблематично. Поскольку 90 это, по идее, должна быть довольно редкая хрень. Пойдет.
85 не пойдет. Ой. Вообще. Эх, я не успел. 93 показывало. Хотя это может просто так расколбасило немножко прибор. Да хватит закрываться, ну! Я же вроде все правильно делаю. Какого хера тебе? Четыре. Пойдет. Все, я насобирал этого говна. Полный дом. Ох, уж мне это работа. Везде работать заставляет. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Сыты им собирай, понимаешь ли. Совсем что ли упоролись? Солнце еще жарится. На самом солнце пёк и шарится по этой степи. Ворчание, короче. Цветуёчки, видите ли, они хотят видеть у себя. Да еще чтоб такие, которых циферка была большая. Ну, ща охерели. А здесь разве не было забора? Странно. Так. А вот эту штуку не надо вставлять там куда-нибудь? Нет? Есть где-нибудь инструкция к применению этого агрегата? Ксерокс такой, блин. Грейс М. Балмер. 87. Ой. Так, оранжевенькая. Ну, вот они такие же, только тут какие-то беспонтовые. 26, 33. Никому не нужные. И вот тебе желтенькая. Наслаждайся, сволочь. Все. Я сделал. Упакуйте фотокопии в коробку. Ща найдем. Вот эту вот коробку, да? Чик. 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 Куда мне ее переть? Говорите с Идой. Хорошо. Говорю с Идой. Знаешь, я вот о чем подумал. Я могу попросить Табаху помочь тебе с эвакуацией. Нет, Энабиш, это плохая идея. Пока я не проверила номер своей нейрокопии, никто не должен обо мне знать. Почему так важен этот номер? Потому что я не уверена в своей подлинности. Мы же не знаем, где был мой нейрочип до того, как попал к тебе. Если я дубликат, то меня просто арестуют при первой же регистрации. Ну, хорошо, как знаешь. Значит, будем выяснять твой номер. С ними пока тоже никаких результатов. Я нашла список сотрудников аттракциона, но в нем почему-то нет моего имени. Хотя я уверена, я здесь работала. Нужны новые подробности об аттракционе, любые детали. У меня есть обрывочные воспоминания, но они мне ни о чем не говорят. А что ты вспомнила? Расскажи мне. Ну, например, я помню, что после развлекательной программы все дети зачем-то проходили трансфер. Что проходили? Зеркальный трансфер. Это процедура переноса сознания в механическое тело. Так вот, дети покидали сад Гербер уже в М-телах. Странно, правда? Трансфер в парке развлечений. Наверное, чтобы детям было проще это сделать. Да, странно. И еще... Их возраст.
Это были совсем маленькие дети. Лет 5. Может быть, 6, но не старше. А что не так с их возрастом? То, что в таком возрасте трансфер проходить нельзя. Маленьким детям не делают замену тела. Но здесь это почему-то происходило. А я принимала в этом какое-то участие. И не помню какое. Что жуть какая-то. Выясним. Вернем тебе зрение, и ты вспомнишь. Может быть. Если Табаха привезет то, что обещал. И если в аттракционе сохранился рабочий лукскрин. Объясни мне, что это за устройство, лукскрин? Ты имеешь в виду, в чем его назначение? Да. Как этот экран обеспечивает зрение? Лукскрин не обеспечивает зрение, он просто транслирует изображение глаз. По-моему, оно как-то используется в трансфере, но я не помню, как именно. Попробую вспомнить, пока тебе не... Ну, там же вроде, насколько я помню, когда мы читали эту инструкцию к трансферу, обязательно нужно смотреть в глаза своему реципиенту. Я уже иду. В каком павильоне искать? Во втором. Не забудь... Что не забыть? Коробку с фотокопиями. Скоро увидимся. А зачем мне ее с собой таскать? Так, наверное, вот эта штука нам не понадобится. Блин, все-то ты на пол роняешь, как костолоб какой-то. Зажигалка, наверное, тоже. Да епископ ты римский. Ничего не понадобилось, поэтому идем. Игра сохраняется автоматически, поэтому... Я не парюсь, и когда загружаешься, то все ненужные предметы, они автоматом попадают в свои места. На свои места обратно расставляются. Так, я попал в корягу. Гербера Гарден. Как бы ни казалось, что здесь какие-нибудь сволочи занимались, типа, похищением детей. Маленьких. Например, у них трансфер проходил не полностью, и создавался дубликат. Живые дети оставались здесь, а... И их копии уходили в антилах. Или копия оставалась здесь в живом теле. Я не знаю. Трэш-угар-садомия какая-то. Так, хорошо. Какой там... Павильон номер 2. Вот этот. Уже бегу. Что нам там на этот раз надо будет? Шарики собирать. Кладешь ладонь на ладонь своего будущего тела и смотришь ему в глаза, как в зеркало. Вот этот взгляд очень важен. Без него трансфер не получается. Потом тебя погружают в такое необычное состояние, начинаешь видеть себя со стороны. Затем по сигналу, отталкиваешь ладони, между вами появляется зеркало. Остаешься один в новом теле. Я понял. Открывай. Я вижу тебя. Открываю. Вижу тебя. Открываю тебя. Давай, пускай меня в этот изолятор. Заводи! Видимо, какой-то излучатель, поэтому меня начинает плющить, столько как он включается. Судя по всему, мы вот всю игру будем ходить между юртой и этим центром развлечений и участвовать в виртуальной реальности, и все. То есть в этой игре больше ничего нет.
все происходящее, так сказать, на двух экранах. Здрасте. Че, опять то же самое, что ли? Да ладно. Это как-то уже... Чтобы получить лукскрин, соберите 30 розовых кубов. Бросайте кубы в восходящий поток, используйте бомбу, чтобы разрушить серые блоки. Чтобы взорвать бомбу, примените розовый куб в красную. Я вас понял. Ну, как-то это, мягко говоря, смешно. Все, все, что требовалось, блин. Надо было просто не падать вниз, и все. Давай мне уже эти очки солнечные. И я пойду. Сейчас оно будет загружаться, потом опять загружаться. Да ладно. Так, очечки взяли. У нас еще есть коробка. Копиями, а что-то как-то здесь посерело все. Ладно, дальше уже пойдем, думаю, в следующей серии. Вот, на сегодня пока все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Облака налетели, вот еще проблема. Всем пока!